пожарного нельзя послать в огонь, а можно повести лишь за собой, в кулак сжимая сильную ладонь. 3-9-2-5 вступает в бой. Когда в эфире позывной звучал, горела кровля, трескался бетон. В сердца бойцов надежду он вселял, за что ему наш искренний поклон. 3-9-2 не прозвучит в эфире, 3-9-2 его нам не забыть. И у высотки, где его квартира, сиреной проезжаю, чтоб почтить. И даже после даты роковой полковника встречали на пожаре. Он не расстался со своей судьбой. Пожарный катер его именем назвали, и катер тот 30 апреля тушил пожар, как прежний командир. Вокруг как будто остановилось время. 3-9-2 не разорвет эфир. 3-9-2 не прозвучит в эфире, 3-9-2 его не заменить. И у высотки, где его квартира, сиреной проезжаем, чтоб почтить. Звезду героя дала ему Россия, но не примерил он ее на свой мундир. И будет вечно с нами его имя, пока мы живы. Жив.